Итак, что мы здесь видим? Остатки. Здесь вот сорвана резьба. Вот. Подорвана резьба. Зажата. А зажата, кстати, до максимума. Следы от того, что зажимали. Здесь тоже следы от того, что зажимали. Здесь следы от того, что зажимали. Здесь у нас вылетел сальник. Так. А теперь для сравнения. Вот полностью с отпущенной пружиной 125-ка в сложенном состоянии. Это максимальное складывание. То есть там дальше уже упирается. И что мы тут видим? У нас получается 112 миллиметров. А общая ее длина 125 миллиметров. То есть выходит, что на 13 миллиметров всего лишь навсего ход поршня. А он пытался, как он говорит, на 2 сантиметра гайку прокрутить. Естественно, он ее не смог прокрутить и посрывал резьбу на сэмпле и на самих гайках. Потому что гайка подтягивается, пружина, только лишь рукой, для того, чтобы поршень назад возвращался, чтобы она не болталась. Затягивать ее больше, чем 15%, смысла нет. А и общий ход поршня всего лишь навсего получается 13 миллиметров. Вот и вся разница. То есть вот, выставляем ее, пружина болтается. Подтягиваем. Вот, пружина уже не болтается. Теперь от этой точки мы можем протянуть 30%. Это максимум, от 15 до 30. Ну, обычно 20-25% затяжки сделать. То есть на, грубо говоря, 13 миллиметров у нас выходит 4 миллиметра – это максимум, что мы можем затянуть. Вот, это все затягивается руками. И резьба позволяет, и выдерживает все. Вот, все, мы затянули. Пружина не болтается, амортизатор работает.